чрезвычайно подвижный и энергичный хищник, обитает она в прибрежных акваториях тропических и субтропических вод. Ее можно встретить как в пресной, так и в малосоленой воде. Обитает она на глубине 30-60 метров, но может встретиться и глубже. Она не относится к роду крупных акул, вырастает они в среднем до полутора метров.